Экспедиции, раскопки и соприкосновения с древностью. Профессия археолога окутана настоящим ореолом романтики. Историческая дисциплина включает в себя много задач. Ведь прежде чем организовать раскопки, археолог проводит исследовательскую работу. Перед тем, как разбить археологический раскоп, изучаются письменные источники с тем, чтобы получить более точную конкретную информацию, с тем, что мы имеем по письменным свидетельствам на конкретный участок территории. Ну а затем работы проводятся согласно методике проведения археологических работ, работы по пластам, по квадратам, снятие аккуратное, послойное культурных напластований, это 10 сантиметров, с тщательной фиксацией. Под фиксацией подразумеваются чертежи, описания, фотографии. И только после этого можем опускаться вглубь еще на 10 сантиметров, аккуратно накапывать слой. Олеся Фатюнина занимается археологией уже очень давно. Специализируется она на истории родного края. Этот раскоп исследуют с 2016-го. В этом году так называемый археологический сезон закончился. За время полевых работ в экспедиции приняли участие порядка 90 человек. Но на этом самое интересное в археологии только начинается, уверяет Олеся. Сейчас еще предстоит большой объем так называемой камеральной работы, лабораторные работы, когда каждая категория находок подвергается тщательному анализу. Если это массовый материал, например, обрезки от раскроя кожаной обуви или обилие керамических осколков, то со всем этим предстоит очень тяжелая работа, поскольку количество таких массовых находок может исчисляться десятками тысяч. И, конечно же, вот в частности, анализ керамического материала в таких вот уже камерально-лабораторных условиях позволяет нам уточнять наши датировки. Чем глубже слой, на который опускается археолог, тем древнее находки. В этом году, помимо небольших артефактов, специалисты и волонтеры нашли также запчасти от саней и конских упряжек, а также набор деревянной посуды, оправу для зеркала и кожаные изделия. Все находки датируют 15-м столетием. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».